Только это еще скорее случится, если ты не перестанешь шляться по их хазам да малинам, по вокзалам да ресторанам. По вокзалам и ресторанам. Ну что ты? Ну как ты себя ведешь? Ну посмотри на себя. Ну, бланш у тебя под глазом, а? Ну как тебе не стыдно? Ты же здоровый дев, тебе работать надо. Работать тебе надо. А ты ведешь себя как черт знает что. Ну, паскудство сплошное. А ты меня не совести и не агитируй. Не хуже твоего, понимаю. Вот это понималось. Ну ладно, некогда мне с тобой разговаривать, мне домой пора. Скажи, ты будешь писать? Да! Буду. Чего мне за него отвечать?